Я специально молчу, потому что когда я начинаю разговаривать, собачки понимают, что я снимаю что-то и начинают позировать. А сейчас я просто молчал, и они вот видели, просто во дворе бегают, занимаются чем-то, живут своей жизнью. А я просто снял маленький эпизодик безмятежности вот этих существ. А там кто-то по холодильнику лазит. Виктория вот вышла, что-то взяла в холодильнике. Лирик смотрит на всю эту компанию. Серега там что-то перебирает. А я, знаете, что удивляю? Я еще раз повторю, пока будет вот цвести вот эта красота. Вот смотрите. Для тех, кто не видел. Это ленкоранская акация зацвела красным цветом. Это единственное дерево, которое цветет. Я уже показывал, ролик снимал. Смотрите. Обычно ленкоранская акация, она цветет бледно-розовым цветом. Я сейчас покажу. Пойду покажу. Это уже второй фильм о красной ленкоранской акации. Вот она, видите, это обычная. Вот тут немножко это старенькая. Я уберу. Хожу, снимаю, я с ними не разговариваю. Просто вот они там своей жизнью живут. Вот видите, вот это вот. Вот такая вот она, ну, скажем, в 99 случаях. А то, что я показал красную, это, конечно, аномалия. И в Анапе такая ленкоранская акация всего-навсего одна красная. Я в прошлом видео рассказывал, как я ездил за ней 9 раз туда в надежде получить, ну, отросточек от того дерева, и мне не удалось. Но Вселенная услышала мои просьбы, и вот смотрите, зацвела акация. На мою радость и на радость собачкам. Смотрите. Просто на фоне голубого неба. Как бы передать вот состояние вот моей души вот на данный момент, когда я вижу вон там вот, смотрите, сейчас я, видите, вот он среди листьев, вот он, вот этот аленький цветочек. И вот когда я смотрю на эту красоту, а мне очень нравится ленкоранская акация, я мечтал, чтобы они у меня росли дома и цвели. Я был готов для этого даже делать какие-то купола защитные, чтобы они там зимовали. Потому что это деревья южные, экзотические, и они перемерзают зимою. Ну вот, Вселенная услышала мои просьбы и дала мне эту красоту. Видите?
А собачки вокруг радуются жизни. Ну да, может быть, они и не видят этих цветов. Ну, у них достаточно других радостей. У Марсика ящерки, у Лирика там весь сад в его распоряжении. Мирка радует простой траве, Жорик лягушкам. У каждого своя радость. А еще Лирик любит цветочки. Он ходит и нюхает, он пошел, видите? Вот он пошел, сейчас будет нюхать, видите? Он любит цветы. Ну, конечно, он не просто любит, он еще их и удобряет, и поливает. Так что любишь кататься, люби и саночки возить, так и тут. Мирка любит жевать все подряд. В общем, все что-то любят. О, тучка зашла. Видите, сразу как изменилось. Вот сейчас опять вышло. Ну что, вот он, маленький эпизодик из жизни французских бульдогов. Я ничего не придумывал, ничего не рассказывал, ничего не комментировал. Просто помолчал вначале, они бегали вокруг. Вот это именно так они и живут. Они же не постоянно там залазят мне на голову, я их обнимаю там. Нет, эти собачки живут своей жизнью. Ну, когда я снимаю фильм, конечно, они принимают участие. Они подыгрывают мне, они находятся вокруг меня, я придумываю какие-то сюжеты, или даже я сюжеты не придумываю, я иду в сад. А сюжет сам придумывается, он сам этот сюжет откуда-то вылазит, не знаю, откуда-то. И я просто комментирую то, что вижу. Вы заметили, что в моих видео особо нет сюжетов, хотя не без этого, что там снять, как мы запускали Марсика на батискафе, да, это сюжет. Ну, в основном, вот здесь, вот скажем так, что я назову это видео, если не забуду, конечно, к тому времени, когда буду его выпускать, что видео без сюжета.